Так, ну що, повертаємося в ефір, Катюнь. А у нас вже є гість Едуард Багіров, правозахисник, і говоримо про оновлені штрафи правил дорожнього руху, так, за порушення правил дорожнього руху, які напередодні вчора в Верховній Раді ухвалили. І от з чого хочу почати. Рада посилила відповідальність за правопорушення, там значно знайшли, зросли штрафи. На вашу думку, такий захід, він справедливий, взагалі буде реалізований і працювати? Да. Слава Богу, что наши депутаты нашли время и возможность, приняли этот законопроект. И штрафы будут дисциплинировать. Во всем мире принято, если ты нарушаешь общепринятые правила, тебя штрафуют, а если ты злостный, то тебя изолируют, общество отправляет в тюрьму. В данном случае мы говорим о том, что будут большие финансовые затраты у потенциальных правонарушителей. Правильно? И сами правонарушители будут себя дисциплинировать и контролировать. Ну, как в Европе, да, там, как в других странах, где большие штрафы, и водители, и в том числе пешеходы понимают, что нельзя нарушать правила дорожного движения. Вы знаете, я давно об этом говорил, если поднять архивы там в Гугле, я выступал во всех наших СМИ и говорил, необходимо увеличить штрафные санкции. Я в этом видел один такой действенный механизм, который позволит, ну, как бы снизить, не остановить полностью, да, снизить там ДТП, там другие негативные случаи. Ну вот, совершилось, да. Вопрос в том, что эти штрафные санкции касаются водителей, касаются пассажиров, пешеходов, да. Вот, но вот я ехал только что в дороге, да, вот не мог к вам попасть, потому что негде парковаться, снег завалено. Когда будет через законы штрафовать коммунальные службы, которые должны смотреть за порядком дорога, чтобы был очищен снег, чтобы не было ямы, чтобы были разметки, были знаки, да, то есть это также влияет на дорожно-транспортные происшествия, тоже приводит к летальным исходам и к тому, что люди получают травмы. И вот когда будет баланс, да, когда люди будут понимать, да, что от их исполнительности требования закона статистика ДТП понижается, а также те товарищи, которые работают в коммунальных службах органов государственной власти. У нас получается такой немножко перекос, да, то есть мы штрафуем водителей, граждан, а других граждан, которые обладают властью, да, должностью, там, местные органы, там, центральные, там, или государственные, они как бы остаются бесконтрольными. Мы не можем их привлекать к ответственности, потому что это не наши полномочия. Да, мы можем телевидению об этом сказать, да, там, назвать фамилию человека, да, должность. Так. Это там разовые случаи. Но как бы системная работа с чиновниками местного уровня, да, или городского, там, или всеукраинского уровня, мы не можем, и законы, к сожалению, не работают. Поэтому однозначно я приветствую, да, законы, которые будут через увеличение штрафов самоконтролировать возможных нарушителей, да, это окей, это хорошо. Но с другой стороны, есть огромнейшая проблема со стороны коммунальных служб, там, дорожных служб, да, которые не выполняют свою работу и приводят... Я хотів ще, знаете, про що запитати? Дивіться, от водіїв ми штрафувати будемо. От це так, але це дуже суб'єктивна моя думка, я завжди питаю наших експертів, суб'єктивні такі штуки. Чи будуть наші можновладці та їх водії дотримуватися ПДД? І чи буде менше аварій з депутатськими машинами? Ну, на них же також штрафи будуть діяти, я вірно розумію? Ну, я не знаю. Просто для них сума може здаватися не такою значною, як для звичайного громадянина. Ну, це так. Ви знаєте, може бути і добре, що в Києві є дуже багато дорогих ресторанів. Да, дважды посещение ресторана – это оплата штрафа, да, то есть, или там один стол, да, там это минимум 5 штрафов, да, то есть, для тех людей, которые апеллируют суммами там 20 тысяч, 30 тысяч долларов, для них это не штраф. Все равно на штраф. Да, то есть они будут нарушать, но это будет гораздо меньше. То есть людей, которые обладают финансовыми возможностями свободными для того, чтобы платить штраф там, ежемесячно, да, в наше время стало меньше. Ну, там ковид, там падает бизнес, там и там всякие там другие нюансы. Поэтому количество уменьшится однозначно. Но сказать, что эти штрафы напугают сильно, да, те, кто на Банковой, на Грушевского машины паркуют прямо
под знак, да, ну, это я сам вижу, и все видят, вот, это не повлияет, и это плохо, понимаете? Почему? Потому что, когда мы говорим про закон, да, Верховная Рада, закон один до всех, да, мы понимаем, что наши зрители, да, мы все понимаем, что закон должно быть будущим, одинаково для всех. Но когда мы за рулем видим, что один обгоняет, другой там нарушает, да, и мы понимаем, что у них двойные стандарты, двойные законы. Стандарты, да. Соответственно, они там нарушают законы, закон нивелируется, и простые граждане перестают уважать закон. И когда представитель органов ко мне подходит и говорит, вы неправильно проканулись, я рассмотри, вот там передо мной стоит. Да? Вот, ты, там номера там козырные, да, машина козырная, ну, да, а да. У меня такая простая машина, да, он подошел ко мне, нашел крайнего, да, ну, я ему ответил, и, соответственно, я выполнил требования работника полиции, да, это понятно, все мы должны выполнять, так. Но ощущая внутреннюю несправедливость, не почему я должен выполнять, так. Почему вот это оно, хочется, да? Щоб, або, як ми бачимо, так, забирає на штрафмайданчик, їде евакуатор, там, одну автівку забрав десь в спальному району, а у центрі всі отак вишикувались гарненько. А в центрі ще й паркують їх. І навіть так, і ніхто цього не помічає, всі, ну, да, роблять вигляд, що так і має. Да, і водитель в машині сидить, помощник там, і телохранитель возле машини стоїть, да, то есть, такое ощущение, что, ну... А у спальних районах забирають навіть з дітьми всередині. Є і такі випадки. Ну, до речі, так. Ми взагалі, от у мене завжди такі суб'єктивні питання, ми взагалі прийдемо в Україні до того, що почнемо поважати закон. Да. Що він буде рівний і реальний для всіх. Да, знаєте, я виїжджав за границю ще при Совєтському Союзі, да, і видел... какие у нас ситуации там, да, и вот с тех пор, особенно период там независимости Украины, да, последние 10 лет, мы меняем стандарты. Даже элементарно, когда водители уступают друг другу машину, включая аварийку, да, там, как знак благодарности, такого еще лет 15 назад не было вообще. Когда включал аварийку, думали, что там что-то случилось, да. Сейчас уже как бы понимают, пропускают друг друга, да, то есть пешеходы посмотрел налево, да, как делают немец или итальянец, да, а не как наш как баран пошел. Вы все же таки за те, что пешеход перед переходом теж має нести відповідальність за певність. Есть правило дорожного движения, обязывает пешехода посмотри налево, да, посмотри направо, да, научи детей, да, вот я честно смотрю, когда взрослая женщина или мужчина с ребенком, ангелочком идет прямо по дороге, да, особенно сейчас зимой, да, у меня аж все внутри так, ну, потому что у меня есть ребенок маленький, да, я понимаю, что, ну, ты даешь пример не только своему ребенку, но и окружающим, вот это надо воспитывать, об этом надо постоянно говорить, чтобы люди взрослые начали себя менять, а дети смотрят на нас, и меняет свое отношение к тем стандартам, которые мы оставляем. Потому что мы говорим, европейские стандарты, хорошо, но эти стандарты передаются им от поколения старших. И мы должны передавать своим детям, показывать им, как надо друг друга уважать, уступать, помогать. И, соответственно, ну, я, вот, отвечая на ваш вопрос, уверен, да, но медленно, но все-таки мы... Украинский народ, мудрый народ, да, все-таки до нас тоже стандарты доходят европейские, да, и мы меняемся пошагово, идем к европейским стандартам, и становится лучше. Мне бы хотелось бы, чтобы это было быстрее. Ви знаєте, я вас повністю підтримую. Мені теж хочеться, щоб це було трішки скоріше, тому що, дивлячись на Європу, там прем'єр-міністр може на велосипеді їхати серед звичайних людей. Ну, у нас, вибачайте, такого нема. Це, звісно, суб'єктивна штука. І у громадському транспорті. І в громадському транспорті, так. Я представляю нашого шмигаля в велосипеді, і ще 20 велосипедів, вокруг нього телохранителі, да? Так, а за велосипедами ще пару Гелендвагенів. Да, 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 да. Ну, то есть, ментально мы не... Вот, знаете, вот, вот надо поменять голову, да? Поменять голову попроще, жить быть попроще. У нас все вот такие козырные, да? Вот, чуть что там, купил себе какой-то Мерседес, уже ходит тут такой, да, там, где хочу, там стою, как хочу, разворачиваю, да, и так далее. Вы знаете, вот я водитель большим стажем. Когда я был членом коллегии МВД, был в громадских общественных началах, значит, меня штрафанули сотрудники ГАИ прямо возле Богомольца 10. Говорят, мы знаем, вы же член коллегии, мы боимся, меня уволят. Я говорю, нет, штрафу, если я нарушил, да, там, значит, выписываю штраф.
И это такое не потому, что я там к себе так строг, да, езжу по дороге, да, я понимаю, что можно выехать правую, где общественный транспорт, да, не еду, но мимо меня проезжают машины. Да, постоянно. Да, ну ладно, там какой-то козырный. И ты одразу розумієш, ну чого, всі можуть, а я ні. Да, даже не в этом дело. Когда там едет там какой-нибудь там козырный там этот, да, там дорогой машине, ну думаю, бог с ним, да, у него деньги есть, наворовался, да, там, может заплатить. А когда проезжает там, ну какая-нибудь там, ну такая же, как моя бедная Таврия, там, или там что-то такая простая машина, думаю, ну, уважаемый, ну, что тебе-то, да? Ну, едь, как я, да? Вот я, вот, знаете, иногда вот я понимаю, что у меня там все полицейские меня знают, я 30 лет там профсоюза МВД Украины. Я могу там договориться, могу там как-то кому-то позвонить, там, то есть уйти от ответственности, да, допустим, не платить штраф. Но я заставляю себя ехать по этому ряду, да, заставляю себя соблюдать, заставляю. Я когда, кстати, начал одевать ремень безопасности, это было лет 10 назад, даже больше, на меня все смотрели, говорят, Эдуард, ну у тебя же все друзья, там, менты, ой, милиционеры, да, там, эти полицейские. Ты можешь повырежать. Да, да, ты можешь не работать. Да, не, я говорю, не, я буду ехать, ездить, да, с ремнем, потому что это я соблюдаю. Это моя безопасность. Ну, и все ж таки показывайте приклад. Сейчас, одна людина не звернула увагу. Сейчас я перепаркуюсь даже во дворе, да, я одеваю ремень. Да, то есть, ага, ну, тобто настільки. Автоматически ремень я включаю, да, потом уже ну, ребенка, себя, там, близкие, я смотрю, там, потом уже... То есть это стандарты, которые в Европе, да, это не является идеальным или каким-то, ну, вау, да, там, это нормально. Это нормальная, скажем так, форма отношения к правилам. Так, дорожнього движення. Пане Едуарде, от ми заговорили про смугу громадського транспорту, так? Зараз вже запрацювала відеофіксація. Так? Як це допоможе? Уже той водій на Таврії подумає, перш ніж туди їхати, а чи ні? Да? Нас багато і нас б'ють. Вот. Ну, скажу так, конечно, это повлияет, да, то есть один раз он получает штраф, он до конца года будет. Но вопрос в другом. Ну, почему тебя должны, да, вот того же, как ослика, да, там, палкой там стукнуть, чтобы ты правильно ходил и правильно поступал? Ну, ну такая ментальность у нас, наверное, да, ну, вот эти видеофиксации, да, помогут, и, соответственно, большинство водителей, да, категории водителей будут заставлять себя... Ну, вопрос даже не в этом. Вот я несколько раз делал видео, да, там, и размещал у себя в социальных сетях, а у меня очень много полицейских, помощников министра, там, и так далее, моих друзей, они это видят, да, дают команду, и я смотрю, следующий день, да, полицейская машина курсирует. Думаю, о, молодцы, есть реакция, да, потому что люди не могут купить себе машину, да, индивидуально, они идут автобусом, да, общественным транспортом. Ты водитель, ты пропускай маршрутки, пропускай троллейбус, пропускай автобусы, потому что там много людей. Но, видите, водители часто біткаються на водії в маршрутах, які виїжджають. Возьми, купи лошадку, да, і за городом можеш кататися, да, якщо тобі не подобається. Ну, якщо ти бачиш общественний транспорт, да, маршрутку, так, пропусти його. Да, буває, там водителі маршрутки нарушають правила. Унікальні там, водителі. Да, да, на, в третьому ряду стоять, пасажирів там відпускають, да, там і збирають. Вопрос не в этом, просто кожен індивідуально должен. От якщо я за день 10 раз, да, не включил аварийку, да, спасибо не сказал, значит, я водитель хам. Ага. Вот такой для меня, да, критерий оценки. Да. Побольше скажи спасибо другим, да, потому что каждый, даже человек, который не воспитан, да, он все равно будет себя где-то как-то под наши правила, стандарты, да, там, будет так же спасибо говорить, так же будет пропускать. То есть, не я, а если я не увидел, что мне моргнули, извините. Вот если мне моргнули 10 раз, да, вот я их пропустил, значит, я нормальный водитель, да, то есть я как бы соблюдаю общепринятые правила. И об этом надо почаще говорить. Надо об этом говорить, чтобы все-таки большинство водителей, да, приняли для себя правила. Не через нормы закона, который мы обсуждаем сейчас. Закон одному клав меч, рубит, понимаете, да, наказывает, делает финансово больно. Эти деньги ты отрываешь от семьи, от родителей, от детей, от близких своих, да, отдаешь государству. Ну, там, дай бог, там оно пойдет там куда-то хорошее место, да, закрома родины. Вот. А на самом деле, да, водитель понимает, что если его штрафуют, это проблема для семьи. Если ты соблюдаешь правила, если ты уважаешь других участников дорожного движения, то, соответственно, ты поступаешь правильно.
правильно, по Божьим, по земным законам, и ты можешь себя спокойно чувствовать. Знаете, раньше я, не буду скрывать, себе позволял там превышать скорость, да, то есть, ну, и были нарушения. Угу. Вот, уже лет 15, наверное, соблюдая вот эти правила, да, вот, и, вы знаете, как-то стало легче. Вот, и даже вот сюда придя, да, я понимаю, какие-то вопросы могут быть, да, со стороны водителей, или претензии к водителю, да, как вы там, вот эти водители, которые нарушают, да, там, вот, у меня совесть чиста, я могу это говорить. За рулем не употребляю, там, правил не нарушаю. Ну, бывает там, ну, водители меня поймут, да, там, когда ты там, там, не хотя нарушаешь, там, да, ну, це рідкий случай, коли вже, от, ну, я говорю, боженька, спаси мене. Там. Пане Едуарде, ще хотіла запитати, от, якщо раптом вже сталося так, да, що хтось порушив або у нетверезому стані керманич, і пішохід або інший водій став свідком того, наприклад, що за кермо сів у нетверезому стані водій, які мають бути дії, що робити, щоб не бути байдужим у цій ситуації? Ну, представте собі, що він, не дай Бог, задавить вашого родственника. Ні, ну там вона, ну, свідчити буде просто 100%, але дивіться, вона ж може і навіть і залякати, щоб... Я розумію, говорю з юридичної точки зору. Юридичної точки зрення, безусловно, водитель должен бути наказан представителем власти, да, правоохоронних органів, да, хто уповномочен. А от ви можете самі... Ну, смотрите, да, от говорять, от стукачество, да, там, от стучить, там, это самое, там, нехорошо, некрасиво, да. А с другой стороны, я не хочу, чтобы на наших дорогах ездили наркоманы и алкоголики, да, или пьющие люди. Так. И да? Если не хочу я этого. Полиции, мой ребенок, мои родные, близкие, да, вы, коллеги, вы на улице находитесь. Он потенциально убийца. Так. Он может убить любого человека. Не хочет он, хочет, да, он может это сделать. Но почему я должен молчать? Да, потому что он захотел бухнуть, да, где-то там, хочет себя показать королем, да, да, не. Вот это ты не крутой там, да, ты непорядочный человек. Да. Вот, поэтому, когда я вижу, там, останавливаю, там, или вот этот закон, да, который там один год лишает права вождения. Так. Один год. Да пожизненно. Якщо виявити шкоду, яку пожизненно. Можете зробити, то... Пожизненно. Да, 100%. Второй раз в Карлаке є колонія, да, для ДТПшників. Да. Туда. Да? Человек должен понимать, что у тебя есть автомобиль, да, и право вождения, но нет права находиться нетрезвым. Или да, алкогольное, или наркотическое опьянение. Но нельзя этого делать. Ну вот это просто запрещено. Если ты это сделал, ты себя сам перекинул за закон. Ты нарушил закон. Переступил закон. Ну, преступник – это тот, который переступает закон. Да. Ты переступил закон, извини. Финансовые санкции, там, другие санкции, вплоть до конфискации машины. Пане Едуард, я вам дуже вдячний, ми з Катюшою вам дуже вдячні, знайшли час, до нас прийшли. Едуард Багіров, відомий правозахисник, у нас у студії був. Жарти, цікава інформація, яскраві гості. Усе це на «Правда тут лайв». Будете бачити, коли схочете, якщо підпишетесь на наш YouTube-канал. І за порукою оперативної інформації є дзвіночок. Не забудьте увімкнути. We'll be right back.